западная улица города Пушкина находится на самом западе города Пушкина. В самом ее конце находится небольшой магазин. Она заканчивается около лесопарка, в котором много грибов и ягод. Вот. Сейчас мы будем двигаться к ее началу. Значит, слева от меня находится четная сторона, справа нечетная. Здесь раньше было Пушкинское госзагод зерно, или как-то так оно называлось. Здесь приезжали фуры с пшеницей, разгружались и уезжали. Сейчас здесь склады. И вот, например, привезли какие-то типа пеноблоки. Слева находится частная застройка. Многие живут круглогодично, а некоторые приезжают именно на выходные. В районе дома 10-12 находится свалка на месте контейнера. Контейнеры, как вы знаете, ликвидировали. В Пушкине это называется мусорной революцией. Вот, но жители все равно по инерции сваливают мусор. В самом начале улицы находится еще автосервис и новая, видимо, достопримечательность чуть левее, у него другой адрес, не на западной улице. Это магазин, в котором продают осетра и форель, которых выращивают прямо тут же в Пушкино в таких чанах. Дорога достаточно хорошая в этом месте, свежая разметка. Чтобы не парковались фуры вдоль дороги, жители домов ставят шины, использованные покрышки. Здесь же находится небольшая подстанция, электроподстанция. Вот, а слева находятся вот такие простые двухэтажные дома. Их особенностью является то, что часто они спаренные, то есть сразу в свое время, в советское время, давались еще на двух хозяев. И сейчас многие из них как бы разделили свои дома, присвоили им различные литеры А, Б. Вот. На этом мы заканчиваем наш репортаж западной улицы города Пушкина.